нужен ассоциация, мне нужна намеренность, мне нужно ощущение ткани. Вот просто одеть мне неинтересно. Ну, неинтересно. Мне нужно пойти в магазин, повзаимодействовать с продавцом, покрутиться перед зеркалом, померить размер больше, размер меньше, очистить ткань, каблучок, не каблучок, осанка, померить другую модель, третью. Ну, короче, я люблю сам процесс. А потом у меня ассоциации, как мы с мужем ехали в Канны. Отдельно я расскажу. Блин, хоть ты надо вот выйти как-то рассказать некие части. Ладно, расскажу вам. Ну, расскажу, потому что потом я не расскажу. Короче, я купила платьице. А муж такой: ай, дорогое, 120 евро, ла-ла-ла, у тебя там миллион этих платьев, ты их не носишь. Это как, мне надо это платье, купили. А сама намерена еще там 2-3. Дочь меня пофотографировала, зараза такая, я ее втык дала. А я не просмотрела эти фото. Возвращаемся в Сан-Ремо. И я такая вечером уже, когда мы там поели, релакс, вино, сходили в это казино, вино, казино. Казино мне не понравилось, фу, энергия ужасная. И я такая просматриваю эти фотографии.